Всем привет, с вами Нуб, и сегодня у нас прохождение Соника на Sega Mega Drive. Соник, вот название называется Соник ТЕ Бета, ну это только бета, нормальная игра, поиски изумрудов. Смотрите, что за нормальная игра, а что если ненормальная игра, или, ну ладно, способности новые, Соник 1, Соник 2, смотрите, тут всякие уровни готовые, все, в смысле готовые. Арт-мониторов разные, обычные. Ну давай, обычные. Размер хада, норм, мини. Пусть норм будет, музыка. Ну я, насколько знаю, этот хак похож немного на Мегамикс, а так... Особенности новые. Вот уровни, что за все готовые, в смысле? Ну ладно, пусть будут готовые. Поиск изумрудов, нормальная игра. Ну, давайте нормальную игру пока сделаем. Потом проверим, что такое поиск изумрудов, зеленые холмы. Опа, стоять. Вот, здесь, короче, всякие фишки добавлены, какие в Sonic Mega Mix. Хоминг атак. Нет, тут пилаута нету. Это дерьмо. Но это печально все равно. Ну как так? Ну это бета. Я почитал, о, мы жизнь нашли, я почитал форум, и что-то он не разрабатывается нифига. Но он что-то подобие, короче, Мегамикса, тут быстро все, вот так, так же можно пройти уровень. Блин, тут хорошо, что никак в Мегамиксе умирает, блин. А тут он мигает. А там сразу практически можно умереть. Кто знает. Ой, блин. Не-не-не. Что он делает? А, ну ладно. Я щит себе хотел. А, вернее, вот эту... Да блин, ты возьми его уже. Чё за бред? Вот, я вот этот щит хотел взять. Круто. Взял щит. Ладно, бежим дальше. Музыка другая, кстати. Блин, я привык, тут этого нету разгона. Это печально, конечно. Жаль, что... Вот и первый баг вам. Походу, нет? Да ты разгон-то умеешь, нет, делать? Он разгон не умеет делать, представляете, тут даже такого нету. Чисто вот такой только разгон. А, ну вот. Или это баг? Не, он разгон не может делать с места, но это ужас. Как можно добавить хоминг атак, не добавив спиндэш? Хотя... Блин, все кольца растерял. Да блин, тут нету этого разгона. И вообще, это не хоминг атак, он даже не на... На щит не среагировал с Эгманом. Смотрите, он просто вперед делает и все. Это. Ну, может быть, это удобно. С одной стороны. Иногда. Соник прошел. Ну все на русском еще. Прикольно. Это как, наверное, обзор небольшой будет. Потому что. Хотя я не знаю, сколько тут уровней. У него сам наведение не работает. Это печально. И разгона нету. Да что за дерьмо это? Подожди, я его только что убил. Да сдохни ты, тупой краб. Чё? Вы видели? Он не умирает. Он чё, сейчас еще раз респанется? Нет, фу, блин, я его раз 10, наверное, убил, или мне показалось. Блин, жаль, эта версия полностью не вышла, он не доделал ее. Какая-то корявая она. Ну ладно. Так, крабы везде. Давайте наверх сходим. И что, все? А, вот тут монитор за жизнью. Да тут, блин, на каждом месте эти жизни. О, а теперь, когда бессмертие, можно бежать.
Стой, там какой-то щит. Не, ну все равно по сравнению с Мегамиксом он вообще, ой, тут не достает многого. Ну, разгон можно сделать. Почему вниз-то не работает? Ну вот, все сработало. Бред какой-то. А, тут даже есть вот такая вот штука. Хаос можно собрать. Стойте, я же нормальный режим выбрал. Там вроде бы написано. Стой, что за бред? Какое-то управление странное. Как-то я управляю камерой, а не Соником. Не, это, кстати, последнее, это как в этом, в Сонике 4 сделано. Ну, это прикольно. Не-не-не, залетай. Во-во-во, стой, не-не. Во-во, да, вот сюда, вот туда. Ну, здесь вроде легче, чем в Мегамиксе брать даже. Ну, хак, бета, Соник нашел Изумруд Хаоса. И хорошо, что все на русском. Очень даже красиво сделано. Жаль, что не доделали. Очень жаль. Акт 3. Да, и скорость у него офигенная. Блин. Ну, разгона нету, это смешно. Вот, разгон. Да блин, это бред. Ты крыса? И уже я там появился. Вот такой только разгон можно делать, народ. Больше никак. Никакого спиндэша вам. Никакого пилаута. Просто вы бежите и вот эту штуку нажимаете. И вот он как сумасшедший мчится. Ну давай наверх сходим. Тут, наверное, опять жизнь, да, запрятана? Ну да, тут. Ой, тут скорость. Ну вот это круто, а я не находил раньше, блин. Беги! Да блин, тут нету этого... А, бадники это возвращаются. И это печально. Ну ладно. Щит? Так почему он... Вот так надо. Стой! Там было 10 колец, чтобы взять хаос. Вот такие вот разгоны только можно делать. Самонаведения никого вам нету. Забудьте про Мегамикс. И про прочие хаки. Это особенный хак. Кстати, мы сейчас на жизнь, наверное, накопим. Нет, не накопили, не хватило, два кольца. Что это было? Почему он сломал ее? Вы что, гоните, что ли? Это что за бред? Я же умереть так могу. Оу, ну давайте сейчас около босса сохранимся, но это сложный босс там будет. Единственный случай, я сохранюсь около босса. Потому что он сложный, блин. Чё, гоните, что ли? Так, сколько у меня... Чё за баран это придумал? Это как сложный. Даже простым прыжком? И как его убить? Кто это придумал? Босс очень сложный. На, дерьмо, все равно я сейчас пройду. Нет, не так, конечно же. Блин, этот Эггман умный. Но это смешно.
И чё? Блин, на 4 удара нанести до этого. Это смешно, народ. Че за говно? А, я понял, как, смотрите. Два. Сейчас попробуем его тут поймать. Блин, да что такое он такой тупит? Нет, стой. Ну это, блин, это... Кто ты придумал? Да ты даун! Сколько ему ударов нанес? Нафиг я прыгнул просто так. Это бред. Ну тут сложно, конечно же. Блин, лоханулся. А, я понял как. Не-не-не. Ты баран. Не, ну это сложно. Да ты обманщик, вонючий, жирный козел. Сейчас я все равно приду, я знаю это. Он вообще обманщик, я вам отвечаю. Такой тролль. Но этот босс сложный, блин. Жирный тролль. Все равно пройду. А, ну спасибо. Урод вонючий жирдяй. Да почему я туда залетаю? Он тормоз. Ну вы видели этот тролль этот? Ах, ну мне повезло, просто повезло. Это тролльский. Ой, блин, я еще дурак прыгнул. Ну, босс вообще сложный, блин. Жесть. Представьте весь хак так. Не знаю. Смогу ли я второй уровень пройти? Руины, акт 1. Окей. Один босс только чего стоит. О, ну палитра очень изменена. Так, мы пошли назад почему-то. А, тут жизнь. Круто. Эта штука стрелять будет сегодня, нет? Что-то они не стреляют. Окей. Нет, роль хаков не надо. Хватило одного. Так. Блин, крыса тупая. Ну ладно. Да ты чё такая...
зачем вниз он упал, баран? Ладно. Это что за тролль? Ну ладно. Тебя я знаю, как убивать, так что ты меня не обманешь в этот раз. Так, а там наверх надо было. Фу, блин. Вот так вот мы пролетели, значит. Так, это что, можно по ней идти? У, блин, она меня напугала, эта штука. А, тут все прям для меня падает, как для короля. Так, этот камень надо двигать. Наверное. А, значит, вот так. Нет, я не хочу умирать. Хотя можно было... Ну ладно. Так что едем на камни. Пока не упадут все. Да смотрите, они троллят в каждой этой... Чё за бред? Блин, считать теперь нету. Окей, значит, торпится. Для чего тогда сделана эта штука, если тут нельзя так делать? Проходи по обычному стандарту, как в обычный Соник, да? Блин, почему эта крыса перевернулась, тупая? Иди давай. Да тут вообще страшно теперь идти. Вот эти еще и эта хрень придавить может. Почему я умер-то? Че за бред дерьмовый? Какой-то хак странный. Если честно. Ну и опять я поторопился. Дерьмо, для чего это придумано тогда? Тупой разраб. Чего придумали? Я хочу пользоваться этой возможностью, я умираю, правда, здесь. Вот так сдохни, мразь. Тут на вот на эту хрень запрыгивать, походу. И там опять придавит, да? Нет? Фу, блин, страшно. Так. Так, там есть что-нибудь? О, жизнь. Так легко? Умри. Так, как мне теперь? А, вот так можно было. А, это пофиг, у меня колец все равно нет. Вот так можно тренироваться. Сейчас второй босс, если он вообще тройский, то все, это не прохождение, а обзор будет. Эй, не-не-не-не-не-не. У меня колец еще нет. Да блин, что такое-то в этом хаке происходит? Везде тебя убивают, везде троллят. Давай вниз, я хочу. Умри. О, эти наконец-то стрелять стали. А то они почему-то вначале не стреляли. И
чё, и для чего? Где тут бонус? Я чё зря сюда шёл? Меня обманули. Так. Может быть, постараюсь пройти этот хак, хоть фиг его знает. Блин, тупая эта змея, кто это ее придумал? И чё это? Обязательно иди по низу, да? Жесть. Я же убил ее, почему она опять появилась? Так в нормальных Сониках нет такого появления врага вроде бы. Хотя... В хаках даже, сколько я замечал, не было повторения. Что за тролль? Фу, блин. Так, это падает, я понял. А дальше? Понятно. Ух, опасно. Так, а куда там? А, вниз надо резко. Окей. Блин, они что, убить могут на таком расстоянии даже? Интересно. Так, это двигать вроде как надо. Да, знаю я ваш тролльский, ну давай прыгнем. А, и зачем меня вернуло назад? Куда меня вернуло? А, ну ладно, я не знаю, наверное. Вау, круто. Не-не-не-не. Я хочу посмотреть, что там. Не просто так же это сделано. Да куда ты такой резкий-то? Да блин. Чё здесь? Тролль. Ладно, пофиг. Это только первый акт был? Или какой? Что-то я не заметил. Вроде да. А нет, уже второй был. Сейчас третий. Ну как-то все печально. Все темнее стало. Ну вроде багов особо не заметил. Ну в начале только был один. При этом. Че это было? Че было-то, народ, я не понял. Пошла ты нафиг, змея тупая. Почему он умер здесь? Что за говно? Везде баги, смотрите. Это бред, то что он об стену умирает. Ну кай, куда идти? Так, ага, понятно. Ай. Ладно. Тут почему-то не стреляют опять. Хм. Почему он? Что за бред какой-то? Так, тут лава идет, я понял. Так, на слава не должно залить.
Кстати, ни щитов ничего нету, очень мало. Обычный щит, только стандартный. Ну, это как из обычного Соника взято. Почему вниз не нажилось? Баг. А как туда попасть? А, вот все понял. Все легко и просто. Так, а куда там дальше-то? Ага, лава, окей. А дальше? А, я не вижу нифига. Ну ладно. Может, здесь что-то есть? А, тут просто это подмечалка. А, я так и знал, чё я тупанул-то. Зачем он... А, так надо. Всё понял. Может, ты возьмешь щит этот? Вот видите, из-за чего плохо, то что само наведения нету. Да каким образом? Ой, да иди уже вперед, дурак. А, ну это тролль. На этот роль. Так, а зачем туда идти? Ничего не понял. Так, стоим, может, там вниз можно? Пфф, в чем смысл? Так, а дальше куда? Ого, опасно. Окей. Блин, не торопись. Так, тут же сейчас босс будет. Чем он отличается, я не знаю. Наверное, сложнее в 10 раз убивать его или еще что-нибудь. Ну, каким образом я сам себя чуть не убил? Какой-то у него щит странный. Ну, давай лаву свою выпускай. Блин, я не сохранился около босса. Да чё я сделал? Стойте, бред какой-то. Почему он его один раз ударил? Я понять не могу, я же заранее прыгнул. Дерьмо какое-то. Тролль-босс. Опять начинается. Ну, вот эта штука сейчас помогла очень сильно. Почему второй раз не ударяет, я понять не могу. Ладно, если я хочу ударить его. Так кольцо мое верните, дураки, блин. Какой-то странный этот хак, блин. Не хочу я терять кольцо. Вот так вот его и бить надо, народ. Ну этот легче, чем первый даже. Первый вообще адский босс был.
Ну это бред. Ну это вообще легкотня. Ну как? Легче, чем тот. Чем второй босс. Водохранилище? В смысле? О, водяной уровень. Сразу? О, кстати, вот тоже тут палитра как в Мегамиксе изменена на заднем плане. И это очень круто. Они то некоторые хаки меняют. И задний план не меняют в этом уровне. Ну это, наверное, сложно сделать, но смотрите, какой результат. Очень приятно играть. Вообще, блин, приятно. Взял кольца, потерял. Так, окей, бежим дальше. Блин, ну конечно это тут немного перебор. Тут все смешано. Кстати, там, наверное, что-то есть, нет? Вообще круто. Да ты вонючая фигня, я хочу щит. Или что там? Хотя вот здесь же этот щит есть смысл, я вообще не понимаю логики. Да, странно, как-то уровни все равно строили. Походу, разработчик просто как попало накидывал все. Да иди ты вперед. Так, давай стреляй свои эти штуки. Эй, почему он упал? А, вниз надо идти. Сдохни. Так, тут у нас что? А, ну тут ничего, вниз, наверное, да, идти надо. А, вода. Ну, вода очень красиво сделана. Уровень. Так, и конечно же воздух. Блин, ты поганая. А тут воздух-то есть, нет вообще? Чё за тролль был? Не, народ, это не годится. Чё, гоните, что ли? Тут воздух надо брать. Вот так вот. Блин, тут быстро надо проходить. А, ну вот все. Фух. Так, дальше сюда. Окей. Ну под водой эта штука очень помогает. Так, а дальше куда? А, вот сюда, все понял. Налево сходим. А налево ничего нету. Окей, идем дальше. Что-то щиты везде. А тут пружинка вот так, значит. Да воздух. О, воздух часто выходит, или мне показалось? Только он не часто расположен. И где? А где воздух-то? Он вообще думал об этом, нет? Ну и где? Фух, смотрите, это жестко было. Прямо на грани. Слишком далеко он расположил. Странно. Давайте лучше возьмем. Тут почему-то рядом уже воздух. Или может я там не заметил эту воздушную. Вон выходит сразу. Мне сейчас уже опять
А, ну ладно, уже не надо воздух. Нормально. Блин, опасно как-то, все равно опасный хак. Вот как? Я же вниз нажал, он крутился. О, кольцо. Кстати, я хаос в тот раз взял, нет? Что я не посмотрел. Окей, сейчас еще пробуем взять. Ага, значит так, да? Так, куда идти? Сюда, наверное, да? Не-не-не-не! Во-во, во-во. Ну блин, тут хаос вообще легко брать. Водохранилище. Прикольное название сделал. Ладно, так. Реально похоже на водохранилище. Тут все водой. Там. А, я не заметил. Ну ладно. Так, ну тут, наверное, сюда можно, да? Да блин, дети, коли везде эти непонятные. Вылазят как-то, или я их не вижу. Окей. Как ее открыть? Окей. Никак. Бежим вперед. Так. Ага. Так. Я думал, это кнопка, но ладно, было похоже. Так, там щит. Стой, там кольца. Еще жизнь, да тут столько жизни. А, тут всего 9, да? Так, ну давай воздух возьмем. На всякий случай. А, падай вниз. Тут воздух через каждые 2 метра почему-то. А-а-а! Сдохни. Уже не через 2, вот где? Вот. Да блин, воздух, воздух. Воздух не взял. Да убей ты её же, все кольца растерял, блин. Тролль, блин, взял, надел так, сложно. И тут опять воздух, да проще можно было его перелететь. Не, вы что, гоните, что ли? Не-не-не-не, там спрятана, да, эта штука. Мне кольцо надо. Так. Да сдохни ты. Блин, тупанул. Тупой этот краб меня бесит. Фух. Воздуха всегда не хватает для нормальной жизни. Куда идти-то? Налево, направо, я даже не знаю. Ну туда, наверное, пошел. Блин, что за тролльское место? Окей, идем направо. Все, что. А, у меня колец нет. Здесь сложновато. Третий акт.
нахуй, блин. Да... Тролльские эти уроды. Пошли вы нафиг. Почему сразу я так не нажимаю? Тебе он просто... Ага, смотрите, он куда его спрятал. Видели? Прям за стеной там. Стой, тут, наверное, жизнь опять. Ну да, я уж понял, как тут жизни добывать. А именно в этом уровне. А там никак. Там, да, слетаешь почему-то. Блин, да что это за бред? Так, давай туда что ли сходим. Здесь, наверное, опять жизнь или опять тройское место. Так, здесь что у нас? Гай. А ты же запускал такой ушлый бадник. Ха, лысым стал. Так, куда идти-то, я запутался что-то. Почему-то я назад иду. Непонятно. Окей, наверное, надо идти в ту сторону все-таки, а? Как думаете? Зачем я шел в эту сторону? Я вообще запутался, народ. А, все. А, там задевать, все понятно. Босс, мне кажется, он сделал настолько здесь сложно, что я психовать буду. Но все-таки буду стараться проходить. Так, ага. А, это тролль. Ски эти штуки везде. Давай сюда сходим. Понятно. Спасибо. Так, не торопимся. Так, я стараюсь, конечно, без фейлов, но как обычно, я первый раз как этот вижу, сложновато, я вам говорю. Не знаю, куда идти. Ну, даже тренироваться тоже. Так, что он стреляет туда? Окей. Так, нам точно сюда идти? Опять сейчас тролль место. Давайте вправо лучше пойдем, потому что влево это всегда тролль. Так, окей. Что-то я уже долго здесь блуждаю в этом лабиринте. Мне кажется, тут повторяется уже, нет? Как думаете, что-то везде эти синие штуки. Я вроде уже был здесь. Или не был? Я уже запутался. Куда вот эти? Налево, вверх. Непонятно, куда-то ведут меня. Давайте сюда, что ли, пойдем. Опять вроде повторяется, нет? Я уже запутался, народ. Этот уровень какой-то запутанный весь. О, первая отметка. Или вторая уже перед боссом. Так, пойдем наверх. Лучше наверх идти, наверху никогда не запутаешься. Хотя, может, и запутаешься. Не знаю, я уже запутался. Так, сюда не надо явно идти. Блин, я уже сколько, 5 минут прохожу этот уровень, куда идти непонятно.
Так, теперь мы пошли вниз опять. Окей. Стой, стой. Не торопись. Блин, я теперь упал. Ну окей. Ох. Я думал, это еще надолго. Не понял. Все? А где босс? Может, все надо было выбрать? Сохранять кольца. Читер в начале уровня. Нифига тут читерство, неуязвимость. Смотрите, притягивать кольца. Суперсоник. Давайте все включим и еще раз пройдемся быстренько по уровням. Знаки вопроса я не буду делать. Уровни все сделаю, способности. Новые, хотя нифига они не новые. Давай разные мониторы. Хата, это что? Ну ладно. Выход. Окей. Поиск изумрудов. Ну-ка, что за поиск изумрудов? Так, я бессмертный, ага. Вау, ну это вообще халява. Хак прикольно. Вау, нифига, круто. Я бессмертный почти всегда, если в яму только не упаду. Нет, а я не понял, поиск изумрудов. В чем поиск? Тут их искать надо или что? А, опять это баг. А, ну ладно. Окей, бежим. Соник нашел изумруд хаоса. Окей. Чё? А, тут хаосы надо искать. Так, это щит. Так, а здесь мы если не найдем, что будет? Стой, почему-то я не понял. И чё? Значит, сюда куда-то надо идти. Чё за багованная игра, реально? Вы видели? Чё-то я вообще не туда попал. Короче, вот так происходит поиски изумрудов. Ну и как я понял, здесь уровни... Уровни, блин, все надо было сделать. Почему я не все сделал? Да блин, бред какой-то. Ах, ну Соник в яме умирает. А, кольца даже остаются. А, только жизнь не дают. Давайте по низу пойдем.
понизу не получается. Да не в ту сторону, ты чё такой тупой? Как бег? А. Почему он упал и умер? Короче, не будем искать эти изумруды. Короче... Так, опции. Но все уровни, способности все. Размеры норм. Давай мини сделаем, что это. Арт мониторов. Бонусы. Все включим. Нормальная игра. И что тут уровни все что ли будут? Или что-то я не понял. У меня постоянно щит. Да блин, успокойся ты. Он возьмет этот щит? Хотя он мне не нужен. Фу, блин. Ну смотрите, это вообще читерский хак. Жизнь не дают, гады. Соник прошел уровень. Окей. Блин, надо было сразу проходить вот так. Сюда вроде бы. Не-не-не-не. А сейчас опять не получится. Все-все-все, стой, успокойся. Не паникуй. А зачем нам хаос? Мы же и так бессмертны. Просто летим вперед. Вот там жизнь была. Так, это я понял. Ага, вот так, значит, серий, да, будем. Ты чуть лишканул. Ну ладно, так. Блин. А, и жизни бесконечные. Ну, короче, прикол в этом хаке, да, еще такой. Ладно, в хаос не будем залетать. Ой, за изумрудом. Так, третий акт.
У нас еще кольца прошлого уровня, что ли, накопились? Или что-то понять не могу. Почему он... Вот, все. Такой же босс сложный. Но это жесть, народ. Блин, я умер. Ну окей. Сейчас пробуем убить, вряд ли, конечно, получится. Да блин, ты чё тупишь-то? Тут лучше каждый прыжок использовать по уму. Куда он летит, баран тупой? Тупой. А, я тупой, я. Все понял. Вот и все. Ха-ха. Бессмертным Соником вообще легко проходить. Ну все, народ, я на этом закончу. Тут можно всю игру так пройти. Не знаю, если там после водяного уровня еще уровни. Ну, увидели, я простым Соником прошел. И на этом хватит. Хак прикольный, но не очень что-то. Ну, короче. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся, с вами был Нуб, всем пока!